мечта от сокровищ. У Монтаны много названий. Для меня это дом. Мой родной край. Родной и безумно красивый. Потому здесь легко не заметить человеческую подлость. Добрый день, брат. Поймите, никто не воспринял их всерьез. Они другие. Фанатики. Секта, натуральная секта, блин. Коллапс близок, дети мои. Сперва они купили все наши фермы. Потом радиостанцию. А напоследок прибрали к рукам сраную полицию. Они создали теократию. Прямо здесь. У нас под носом. Власти нас не спасут. Никто не спасет. Вообще никто. Он требует, чтобы мы спасли эти заблудшие души, хотят они того или нет. Все отказываются верить в то, что это секта. Люди напуганы. Одни захотят навредить нам. Другие — разрушить все, что мы с вами создали. А третьи — предать нас. Мы не знаем, на что он способен. Кто? Их лидер. Иосиф Сид. Для них он отец. Лишь глупцы не помогают проекту. Они не верят. Они слепы. Нет. Но они прозреют. Ты! Без меня тратишь время, тут нет сигнала. Пересекаем Хинбейн. Твою мать, вот он. Чёртов ублюдок. Господи.